конструкторское бюро машиностроений произвело модернизацию всепогодного противотанково-ракетного комплекса «Хризантема-С». Качественно новые характеристики подтверждены государственными испытаниями. Модернизированная боевая машина комплекса обладает значительно большей боевой эффективностью. Она получила ночной теплотелевизионный прицел, может распознавать бронетехнику и другие типы целей как днем, так и ночью. Повысилась дальность обнаружения и распознавания целей, увеличена точность определения дальности до объекта. Лазерно-лучевой канал наведения ракет можно применять скрытно. Для этого система управления задает траекторию с превышением над линией прицеливания. Снижение на линию прицеливания происходит непосредственно перед объектом. Новая аппаратура обеспечивает введение в контур автоматизированного управления противотанковыми формированиями. Боевая машина имеет комплект средств автоматизации управления, оснащена современными помехозащищенными средствами связи, определяет свое местоположение с помощью собственной системы навигации, топопривязки и ориентирования. Имеет средства приема целеуказаний с машины командира батареи. Данные обрабатываются автоматически. На электронной карте отображается тактическая обстановка. Экипаж может оперативно получать боевые приказы и распоряжения от командира противотанкового формирования, в том числе в автоматическом режиме. Повышена боевая мощь ракеты с тандемно-кумулятивной боевой частью. Фотоприемное устройство украинского производства на обеих ракетах комплекса заменено на российское. Для теплотелевизионного прицела создана новая контрольно-проверочная аппаратура, модернизированный контрольно-проверочная машина и тренажер для обучения операторов. Опытно-конструкторская работа по модернизации успешно выполнена по заданию Министерства обороны России. Противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» принят на вооружение российской армии в 2005 году. Это единственный в мире комплекс, способный поражать бронированную технику при полном отсутствии оптической видимости. Может обнаруживать и уничтожать цели в туман, дождь, снег и при пыли дымовых помехах. Новая боевая машина включена в план гособоронзаказа на ближайшие 5 лет и уже в этом году будет поставляться в войска.